Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. Она немножко в кадр не ходит, но вот. И сегодня будут покупки из зоомагазина. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Кстати, Лёлю подстригли, вот такая вот она красивенькая. И ей еще сделали в ушах кристаллики такие. Давайте, Лёля, подойдите. Подходим, товарищ, смотрите. Вот какие у нее кристаллики. Но она уши постоянно поджимает, поэтому она не могу показать ее чудесные ушки. Ну, давайте. Вот, видите, какие у нее уши. Так, Лёль, ну, не влазь в кадр, пожалуйста. Ну, суслик это первый уж, конечно. Так, первый, в общем, это вот... вот такой... Вот такие вот косточки две. А, не, Лёля, нельзя брать такие. Вот, в общем, вот эта красивая косточка с мяса. А вот это вот, вот такая вот косточка. Я не помню, это какая-то, в общем, сушеная картошка, что ли, в мясе. Тоже, но я не очень помню. Вот, это мое чудо освещение. Что это такое было, Лёля? Улыбаска. Давайте я дадим одну. Давайте вот это дадим. Кстати, я хочу снять видео о том, какие знает команды Лёля. Подожди, ждает. Лёля, иди сюда, иди сюда. Сидеть. Суслик. Давай. Лежать. Нет, лежать. Надо потом. Подыщи. Подыщи. Подыщи, Лёля. Подыщи. Молодец. Далее, давайте дальше. Следующая это от фирмы Тикбит. Я такую консерву уже покупала. Это, в общем, вот такая вот консерва. Тут написано 95% мяса говядина, но в составе тут просто написано мясо, субпродукт. Тут не написано сколько процентов. Ну, знаете, как говорится, лучше читать состав. Ну, так не говорится. Но это я сейчас придумала. В общем, на упаковках не всегда все настоящее написано. Вот. Так что... Но все равно я это дам, скорее всего, Миша, а не Лёля. А вот, тут написано, собаки тоже смеются, только они смеются хвостами. Ну, прикольная. Вот трав, я не знаю, что значит трав. Вот, вот такая вот консерва, я такую покупала уже. Миша понравилась, Лёля не довольна. Попробую все, что Лёле дать. Так, давайте дальше. Все, что купила, это для Лёли и для Миши. Так как сейчас попросыпались клещи. Вот, я купила Лёле, вот, давайте с Лёлей начнем. Глохана, это Макс. Это вот такие вот, как бы, это хорошая фирма капель. Ошейник не особо хороший, не особо спасает. Вообще, еще лучше всего таблетка, но Лёля такие таблетки вообще не ест. Ей в рот засунет, она вообще выплюнет, ей вообще такое не нравится. Поэтому пришлось взять капли. Вот такие вот, тут Йорк нарисован. Так. Вот, показания для лечебно-профилактической обработки от блох, вшей, волосоедов, личинок и мага из иксовидных и короче, клещей. А, вот, давайте сейчас закапаем сразу Лёле. Так, значит, взносы какой-то вкладыш, такой вот, типа, какие еще есть. Потом... Вот такая вот, типа, инструкция. И пакет сами здесь будет. Блин. Что, нет наклеечек? Это как так? Наклеечки должны быть. Я как не писать? В смысле? Алло. Блин, должны же быть наклейки. Вот у Миши такой были наклейки. Ладно, давайте мы откроем. У себя открыть сразу. В общем, ребята, я открыла. Вот, вот такая вот баночка. Тут 1 миллилитр всего. Вот немного. Так, теперь давайте Лёле закапаем. Так. Открываем. Лёля, подожди. Начинаем вот. Thank you.
переодеваем на Лёлю кофту. Ой, ой. Да. Давайте вот так вот. Ой-ой-ой. Вот одели раз. И одели два. Все. Вот теперь, чтобы мы ее пока что не гладили. Чтобы она себя вряд ли смогла облизать. В общем, следующий это брови. Это вот такой для Миши. Тут на... Сейчас скажу. 40-56 килограмм. Миша примерно 56-55 весит. Может уже 60. Я точно не знаю. Но это, в принципе, ничего страшного, если он весит чуть побольше. Вот там вот таблетка. Сейчас вам покажу. Вот такая вот таблетка. Там еще наклеечки. Ой, такая таблетка. Она достаточно большая. Вот. Так, ну что ж, давайте мы приступим к следующему. Так, следующая это вот такая вот шлейка Лёли. Она вот такая синенькая. А вот. Тут не синтетическая, быстро съемная. Вот XXS размер. В общем, давайте сейчас померяем ее на Лёлю. В общем, ребята, шлейка вот так хорошо сидит на Лёле. Возможно, будет, надо будет немножко ее еще отрегулировать. А так вот она. Такая вот шлейка. Чтобы вы видели. Вот. Вот она вот такая вот. Все, мне нравится. У нас похожая была, но не знаю, где она сейчас. Следующая сейчас помещается. Надо. Вот. Такая легкая. Большая упаковка. Вот она. Фирмы Тинбит. А легкая говяжья бика. Лакомство для собак. У нас упаковка. Вот такие большие кусочки есть. Все, что любит Лёля, так сказать. У нас практически с размером Лёля. Вот, видите. Так. Ну, в общем, давайте дальше. И последний у нас это... Ой, сильно шуршит. Вот такой вот, в общем, от фирмы Gravel Cleaner, наверное, а возможно, или от Huimei. В общем, китайское что-то. Это, в общем, что-то для чистки грунта в аквариуме. У нас такая была. А я ее потеряла. Прихожу домой, купила эту, прихожу домой, нахожу ее, старую. И у меня просто бомбануло жестко. Ну, ладно, будет две, ничего страшного. На всякий случай. Вот такой вот. Чиститель аквариума. В общем, ребята, вот такое вот получилось видео у меня. Ой, смотрите, какая Лёля. Красивая. Вот, смотрит с камеру. Вот, я сейчас хочу дать вкусняшку. Суслик. Лёля, суслик, давай. Суслик, не ленись, суслик, давай. Молодчина. Кому-то тоже не видно. Молодец. Молодец. Как Лёля улыбается. Улыбнись, давай. Молодец. Хорошо. Вот, и давай. Лёля, пудыщ. 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 Ай, коробочка мешает. Пудыщ. Давай, пудыщ. Ну, Лёля, не тупи, давай. Давай, пудыщ. Лёля, что за дело? Лёля, пудыщ. В общем, ребята, на этом видео заканчивается. Если вам оно понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И еще, какую бы вы хотели бы видеть доклог на моем канале, то есть, ну, первую про Мишу или про Лёлю. Вот, пишите в комментариях. А пока что... И пока что всем пока. Стой, подожди, нет, не пока. И еще, пишите в комментариях видео вопрос. Для видео вопрос-ответ, в общем, пишите вопросы, и я их ставлю в видео и буду отвечать на вопросы про Лёлю, про Мишу, про меня, про моих животных, в общем, задайте вопросы, и я сниму про это отдельное видео. А пока что всем пока!